Мы решили проэкспериментировать немножечко с сумками Эквапак, которые я буду брать с собой на борт, чтобы хранить в сухости свою одежду. Сейчас мы загрузим туда примерный комплект одежды, который будет у меня на гонке, и пойдем на гон и зальем все это водой в закрытый сумку. Значит, кладем куртку, перчатки, Непро. Кроссовки, комплект термобелья, ну и пару футболок сверху. Сумка закрывается легко и удобно, а весь лишний воздух можно скачать с помощью клапана, чтобы сумка была компактнее и занимала как можно меньше места. Готово. Пошли. Представляем, что находимся в море в шторм, и волна заходит к нам прямо в лодку. Все сухо? Не знаю, доставай футболочку. Да, все сухо.